прошлый раз мы говорили про привязку, вот, но кажется, я в конце рассказал конструкцию, не дав столько определений. Так вроде было, да, значит, когда там было? Интерактивный тест по привязке. Значит, давайте восполним пробел. Значит, и потом поговорим про то, как можно привязку использовать. Да, значит, один из классических примеров – это распределенная генерация случайных битов. Так, ну вот, да, значит, интерактивная. Значит, интерактивные протоколы привязки. Значит, вот интерактивный протокол состоит из двух этапов. Да, значит, первый этап – это построение привязки, да, значит, генерация, можно сказать. И второй этап – это раскрытие. Значит, первый этап – построение привязки. Значит, первый этап интерактивный, второй, вообще говоря, уже не опять интерактивный. Так, значит, первый. У нас есть два интерактивных алгоритма. Есть интерактивные алгоритмы, значит, сендер и ресивер. Ну, как обычно, полинейные вероятностные. Вот. Значит, они некоторое число полинейных число раундов общаются, но у нас они там два раунда общаются. Ну, в определении они могут любое полинейное число раундов общаться. Значит, дальше у ресивера возникает просто протокол общения. Да, то есть вот, значит, есть сендер, есть ресивер. Да, значит, вот они так общаются. Да, значит, у сендера есть, значит, у сендера есть собственный скрытый бит. Значит, либо 0, либо 1. Значит, у ресивера нет ничего, у ресивера есть только случайные биты. Вот. Ну и значит, по итогу общения у сендера остается некоторый ключ. Значит, у ресивера остается протокол общения, но который можно как раз считать привязкой. Значит, если я обозначу это C, commitment. Ну, значит, соответственно, привязка это будет просто, ну, можно сказать, набор сообщений. Вот. Ну, в принципе, случайные биты тоже можно написать. Значит, C это, ну, в значении Галбрайта это будет вот что, значит, U. Значит, ресивера, который общается с сендером, у которого входит. View ресивера. Значит, view ресивера состоит из случайных битов, его собственных, и всех сообщений брокера, в смысле сендера. Да. А SB это в плане, что он не знает сам B, но это как бы параметризованный B. Ну да, как бы B, да, он не знает B, но. Как бы подразумевается. Если ему нужно, короче, получить информацию, как раз бы извлечь. Ну, нет, им гораздо нужно, чтобы он не мог извлечь. Ну. До раскрытия ключа. Да. До раскрытия ключа не мог, а с правильным ключом мог. Угу. То есть это параметризованное как бы B, семейство из двух view, которые мы хотим, чтобы были не отличены. Ну, типа того, да, это безусловно.
Вот. Так, хорошо, значит, это первая стадия. Значит, и вторая стадия, стадия раскрытия. Значит, есть значит, некоторые алгоритмы Т, значит, который получает привязку, получает ключ. Значит, и значит, он может выдать один из четырех ответов. Тут будет либо 0, либо 1, значит, либо ошибка сендера, либо ошибка ресивера. Значит, ошибка сендера может быть двух типов. Либо как бы ключ неправильный, да, значит, либо ключ не подошел. Вот, да, то есть если ключ не подошел, то это будем считать ошибкой сендера. Ну, либо, может быть, значит, на этапе привязки были какие-то там сообщения не того формата, да, то есть от, да, скажем, от сендера там ожидали, не знаю, какое-нибудь, да, сообщение одного формата, там он там, прислал пустое, например, да, или что-нибудь такое. Да, в общем. А какая это привязка? Нет, C это привязка. А какая это? Какая это ключ? Key и commit. Вот. Ну и, соответственно, ошибка ресивера, это означает, что ресивер, значит, на своем этапе, да, значит, послал что-то не то. Ну, наверное, надо считать, что сообщения ресивера, они тоже в эту фигуру входят. Хорошо, значит, а какие же у нас, да, значит, какие же у нас свойства, значит, требования. Значит, у требований в целом три. Значит, первое требование — корректность. А то есть, что мы хотим, да? Значит, мы хотим, чтобы вот бит был запечатан в шкатулку, и, соответственно, ключ генерируется в ходе запечатывания, и если именно этот ключ дали, да, то он подойдет, отопрет и будет тоже самое. Соответственно, какие требования? Первая — корректность, да, что если все правильно сделают, да, то ключ, скорее всего, подходит. Значит, второе требование — это непрозрачность, да, что пока ключа нет, то привязки не отличимы друг от друга. Вот, значит, причем, значит, тонкий момент состоит в том, что даже если ресивер будет действовать нечестно, значит, он все равно не сможет ничего разузнать про то, какой бит. Вот. Ну и третья — неподменяемость. Опять же, даже если сендер действует нечестно на первом этапе, то все равно маловероятно, что возникнет ситуация, что он сможет разные ключи послать так, чтобы не подошли. Так, ну вот, значит, требования. Значит, требования А — корректность. А вот это Т от ЦК, его генерирует кто? Сендер, получатель или отправитель? Нет. Само Т — это просто некоторый алгоритм уже. Наверное, даже можно сказать, что детерминированный. То есть он принимает на вход историю сообщений? Нет, сейчас что? Он принимает на вход просто, ну, привязку, да, ключ. Историю сообщений и ключ, да. Историю сообщений и ключ. Но без случайных битов провода не было. Ну да. А в чем проблема, чтобы было два разных ключа, которые открывают, если получится один и тот же бит? Нет, если один и тот же бит, то нет проблем. Проблема будет, если будут ключи, которые разные биты открывают. Так, ну, значит, корректность. Значит, корректность, да, значит... Сейчас, я все-таки не очень понимаю функцию вот этого вот Т. Он что, он типа смотрит на протокол и говорит, был ли этот протокол вообще действителен?
другие. Ну, в том числе, да. Сейчас, а почему? Не, но реально, как бы, важно, чтобы было сообщение, что ключ не подошел. Да, то есть, вот это сообщение важно, да, что ключ не подошел. А ноль или нет? Нет, ноль, значит, что был ноль в шкатулке, один, значит, что была единица. Да, значит, ошибка сендера, это означает, что либо ключ не подошел, либо сендер еще на первом этапе. А, то есть, это когда первый сообщает свой К, второй сообщает свой С, они как бы подставляют и смотрят, что произошло. А, все, да, я понял, естественно, раскрылся. Вот, так, значит, первая корректность. Значит, корректность, значит, что если обе стороны, значит, используют предписанные алгоритмы, значит, то из этого следует, что вероятность, ну, так, сейчас, Т, ну, тут можно писать, не знаю, там, С, А, Б, там, К, А, Б. Это равняется Б. Вот это вероятность примерно равна единице. Ну, в нашем обычном смысле, да, то есть разница между единицей и вероятностью стремится к нулю быстрее любого обратного полинома. Да, то есть полностью надо написать так, что там для любого полинома существует n большое, что для любого n больше n большого, где n малый — это параметр безопасности, который они на самом деле тоже все получают, да, мы его обычно не пишем. Значит, но реально каждый из них еще получает параметр безопасности, и все полиномы измеряются от него. Вот, в общем, для любого n малого больше, чем n большое, вот эта вероятность больше, чем 1 минус 1 для n полинома. В общем, стандартная цепочка. Вот, почему не ровная единица? Ну, мы допускаем да, какие-то отклонения, связанные, ну, хотя бы с тем, что, может быть, там нужно, например, сгенерировать вероятность там, в 1/3, например, или, там, случайно простое число сгенерировать или что-то такое. Да, соответственно, это может, например, не получиться, да, и тогда все как бы вообще сломается. Вот, но это будет экспоненциальная маленькая вероятность, которая сюда уйдет. Так, хорошо. Значит, условие B — непрозрачность. Значит, вот непрозрачность подразумевает возможность жульничества ресивера. Да, то есть ресивер может вместо предписанного алгоритма использовать какой-нибудь другой R со звездочкой. Но все-таки полиномиальный. Ну, я считаю, что понимаем вероятность. Может, конечно, и про схему говорить, но не важно. Да, в общем, другой со звездочкой может использовать, и все равно не должен ничего узнать про то, какой там бит. Да, то есть тут значит, для любого R со звездочкой, да, значит, должно быть что-то. Значит, U вот этого R со звездочкой, общающегося с S от нуля, ну, значит, должно быть, соответственно, вычислительно неотличимо от S со звездочкой, тут будет S от нуля. Так, значит, и пункт В — неподменяемость. Значит, состоит в том, что если теперь ресивер действует по алгоритму, а сендер может отклоняться,
то вероятность того, что у сендера получится сгенерировать такую привязку, что к ней подойдут два разных ключа с разными ответами, да, значит, эта вероятность примерно равна нулю. Для любого со звездочкой, значит, вероятность того, что существует такое канон, а дайте мне так, существует канон К1, значит, такие, что С, Т от С и К0. Это perfect binding. Perfect binding, да. Да, а в этот, в computational binding там будет 0, а тут будет меньше обратного клинома, да? Нет, это... Computational означает, что они существуют, но их трудно вычислить. Да, ну, в смысле... Нет, то, что там ноль... нет, здесь будет меньше обратного полинома. Да, а, ну, в смысле, если perfect hiding, то вот там ноль. Если perfect hiding... Ну, то есть, в смысле, не то, что... Нет, то, что ноль, то... Прям честно не отличие. А, ну да, честно не отличие. В смысле, я одинаково распределил. Так, значит, t от c и k0 равно 0, и t от c и k1 равно 1. Значит, вот эта вероятность будет примерно равна, да, как обычно. Стремиться к нулю быстрее любого обратного. Так, ну, примерно понятно, да, значит, я вот такие упрощенные обозначения делаю, да, значит, то есть тут вероятность, откуда вероятность по случайным битам, которые у ресивера, да, ну, что он контролирует. Вот, соответственно, вот здесь вот C, значит, K0, K1 просто непременно, а вот это C как раз получается из общения вот этого R честного, да, значит, из общения честного R, да, значит, нечестного со звездочкой. Вот, так. Ну, теперь давайте обсудим, значит, почему наш протокол, который мы изучили в прошлый раз, значит, соответствует всем трем условиям. Так, значит, как у нас было? Было S, значит, было R. Значит, у нас еще был генератор. Генератор, который утраивал длину. Слава длину n превращал слава длину 3. Значит, соответственно, сендер, не, ресивер сначала. Значит, ресивер отправлял случайное r, значит, длиной 3. Вот, соответственно, сендер выбирал вектор x длины n. Значит, и отправлял привязку, значит, которая будет, значит, g от x факторенная sv умножить на r. Да, то есть либо значение генератора, либо еще сдвинутое на присланную ресивером строку r. Ну и, соответственно, t. Значит, t от ck, значит, будет равняться нулю ну на самом деле тут r тоже немножечко. Значит, да, давайте здесь. Да, как вот это вот view состоит из r, да, значит, и вот этой величины c. Да, ну, позволим себе небольшую вольность, да, что здесь c не совсем то, что там c. А тот c, который там, это и c, и r вместе здесь. Так, значит, хорошо, значит, соответственно, t, получив c, r и k, возвращает 0. Да, а k равно x. K равно x. Соответственно, тут будет 0, если c равняется g от k. 1. Если c равняется g от k плюс r,
Значит, ошибка ресивера тут может быть только если длина R неправильная. Если длина R не равна 3. Ну и, соответственно, ошибка сендера во всех остальных случаях. Сейчас, а B умножить на R — это галлюцинация? Нет, почему галлюцинация? Умножение. Ну, это для постаркаясь, ну, побитого умножения, да, то есть. Каждый бит R умножаем на бит B. То есть либо это будет строка из всех нулей, то есть это просто же RX. Либо само R. Вот, да, значит, либо само R, мы его усвоим на же RX. Так. Ну хорошо, значит, теперь давайте смотреть на все условия. Значит, первым условием проблем только одна. Проблема, если R случайно тоже из всех нулей. Да, значит, если оказалось, что R из всех нулей, тогда мы случай нуля, а случай единицы просто не отличим. Вот. Ну и, соответственно, в половине случаев ошибемся. Вот. Но как раз R из всех нулей будет с вероятностью 1 делить на 2 ступень на 3, то есть очень редко. Вот так. Значит, да, напишем, значит, пункт А, что неверное восстановление только при R, который из всех нулей. В принципе, можно даже с этим как-нибудь справиться, да, сказать, что если у нас все нули возникли, ну, как, ну, замените какой-нибудь другой, да, тогда у нас, замените на все единицы, да, и тогда у нас условия всех нулей будут нулевая, вероятно, условия всех единиц удвоены, да. Но она все-таки экспоненциально маленькая, так что это глобально ничего не меняет. Вот. Ну ладно, давайте не усложнять, да, просто скажем, что вот есть экспоненциально маленькая вероятность, что восстановить не получится. Так, хорошо. Значит, пункт Б. Значит, пункт Б, соответственно, тут что может делать теперь со звездочкой? Ну, только посылать не случайное слово нутриент, да, значит, какое-нибудь. Вот. В том числе, может, ты сам, наверное, послал все нули. Вот. Но это ему только хуже сделает. Значит, это ему сделать только хуже, потому что, смотрите, в чем идея. Значит, здесь g от x неотличимо от случайного. Значит, g от x неотличимо от случайного. Длины 3. Вот. Но g от x боксерное с r тоже неотличимо от случайного. Следовательно, они отличимы друг от друга. Да, значит, то есть тут получается, что если ресивер пришлет R из всех нулей, то он вдруг всех уже сделает, да, значит, тогда они будут не просто неотличимы, а прям одинаковые. Вот. Если он любой другой R выберет, да, или любое распределение на R, ну, то тоже будет сменить там неотличимых величин, да, значит, они неотличимы друг от друга. Вот, да, значит, непрозрачность есть. Так, ну и неподменяемость. Значит, пункт В. Значит, откуда берется неподменяемость? Ну, потому что, смотрите, если нашлись такие каноли К1, да, значит, то у нас, значит, если существует каноль К1, вот с тем условием, да, значит, то получается, что G от К0 равняется C, и также оно равняется G от К1, особенно С. Из этого следует, что само R, это будет G от К0
значит, боксер NSG от K1. Вот. Но таких значений, в принципе, значений, которые получаются как XOR двух образов генератора, таких значений максимум 2 в степени 2 R. Ну и даже меньше, на самом деле. Значит, таких значений строго меньше, чем 2 в степени 2 R. Ну и, соответственно, вероятность того, что туда попадет ресивер, будет экспоненциально маленькой. Значит, вероятность вот этого значит, будет меньше, чем 2 в степени 2 n, делить на 2 в степени 3 n. Вот. Ну, то есть будет экспоненциально маленькой. То есть как бы ресивер не знает, какой мы x выбрали сначала, потому что мы его убираем вообще потом. А когда он его уже нам отослал, нам-то наоборот не будет, да? Сейчас, мы хотим убить, да? Ну, там, центр подбирает x, чтобы попасть вот в такой r, да? Теоретически. Нет, центр хотел подобрать два разных x, значит, чтобы... то есть, как бы, центр нечестный, хотел бы послать такую привязку, да, что потом, в зависимости от ситуации, дать тот ключик или другой ключик. Да, но при этом как бы у нас такой ключ вообще существует только для тенденции 20 дней. Да. Mm-hmm. Ну, не ключ, а оба ключа. Mm-hmm. Оба ключа могут существовать только вот если, значит, если ресивер выпал неудачный. Так, ну вот. А вот почему мы в неопределяемости ставим кванта по S-звездочкам? Потому что на этапе генерации привязки центр мог использовать нечестный алгоритм, а вот это со звездочкой. А, то есть у нас вот привязка, она как бы не дает муклевать никому вообще, ни центру, ни ресиверу. Так получилось. У нас тег не дает муклевать, кажется. Ну, в смысле, да. Вот этот вот. Не, ну да, значит ресивер может муклевать с целью подведеть бит, а сендер может муклевать с целью сделать привязку для подмены, возможно. Ну, как, я же правильно понимаю, что если S-звездочка вообще не соблюдает алгоритм, то как раз T-шка выдает ошибку сендера? Ну, конечно, да. А если он как бы похоже, что соблюдает этот алгоритм, то мы говорим, что уже тогда как бы наше решение. Нет, конечно, да, потому что здесь, вот в этом примере как, собственно, можно не соблюсти? Ну, как можно не соблюсти так, чтобы это заметил внешний навигатор? Это неправильно длину послать. Ну да. Да, то есть если не 3 ядрита послать, а сколько-то еще, да, то это можно, то это будет заметно. Вот. А проверять, послал ли вообще строк такого вида или нет, это Т не сможет. И R не сможет. Вот. Ну а, значит, ну а вот это вот он сможет, да, потому что. Так, проверять, что у нас значение генератора не может, да, вычислить сам. Но при этом мы как бы не рассматриваем возможность, когда R и S могут сговориться. Да, это не рассматриваем. Да, если нет, конечно, если. Но это в целом постоянно говорящая криптография, да, что мы изучаем, как одной из сторон защититься против неправильных действий другой. Вот, а не то, что там, да, вот. Вот какого-то внешнего наблюдателя защищаем от чего-то. Да, то есть, конечно, если они вместе сговорятся, да, то тогда будет видимость, что они честно зашифровали данные, но при этом. Да. То есть если заранее. Да, значит, я... Не, ну даже ресивер, ресивер сам же, в принципе, может. Да, как раз. Выпросить не сканул К1, сам посчитать такой R и на него послать. Да. Вот. Но так он положил центру.
Да, значит, но они могут создать видимость честного шифрования. Могут создать видимость честного шифрования, да, это правда. Если это не зачем будет правда. Да, это правда, да. То есть если есть какие-то еще есть дополнительные стороны, да, то тогда можно ставить задачи, да, что, ну, что какая-то честность еще должна проверять. Может быть, мы поговорим о такой вот задаче, да, что это называется многостороннее безопасное вычисление. Вот. Да, ну там, в общем, там что-то все сложно. Вот, да. Так. Вот. Ну, на самом деле, даже про перед многосторонними вычислениями будут еще двусторонние. Вот. Там как раз есть одна из классических задач, которую мы сейчас изучим. Это распределенная генерация случайности. Значит, зачем она может быть нужна? Ну, например, да, значит, вот. Ну да, здесь, как вы видите, да, для внешнего наблюдателя действительно честно зависит от того, что это действительно случайно. Да, не поток он такой сложный. Вот. Ну и допустим, да, значит, допустим, эта сторона действительно кого-то такого внешнего наблюдателя хочет убедить. Да, значит, в том, что, значит, в том, что вид случайный. Вот. Ну, дальше на самом деле есть такая проблема. Да, допустим, мы хотим сгенерировать один случайный вид распределенный. Вот. И началась ситуация такая, что возможность это зависит от точной постановки. Значит, первая постановка, да, что этот бит определяет, какая сторона выиграет. Да, то есть, если там играют Алиса и Боб, да, если бит равен нулю, то выигрывает Алиса. Если бит равен единице, то выигрывает Боб. Ну и, соответственно, Алиса хочет, чтобы вероятность нуля была побольше, а Боб хочет, чтобы вероятность единицы была побольше. Вот. Но и вот на таком антагонизме можно сыграть, и в таком случае можно сделать алгоритм, да, значит, в котором вероятность будет 1/2 плюс-минус что-то пренебрежимо мало. Вот вторая постановка, знаешь, что Алиса хочет генерирует случайный бит, а Боб такой тролль и хочет, чтобы куда-нибудь отклонился случайный бит, неважно куда. Вот, тогда теорема такая, что у Боба получится, да, что как бы Алиса не старалась, но в какую-то сторону Боб сможет отклонить. То есть он сам не знает, в какую, да? Ну, он, ну как бы нет, как бы для каждого, да, значит, для каждого протокола найдется сторона, в которую Боб сможет отклонить. А что мы хотим? Вот я говорю, да, еще раз, да, значит, первая постановка, да, значит, что как бы они хотят кинуть монету, которая определит, кто выиграет, вот, не привлекая третью сторону. Uh-huh. Вот, и тогда, да, тогда можно сделать, да, чтобы никто не смог не пренебрежимо сжунчить свою сторону. Uh-huh. Вот, вторая постановка, что Алиса хочет, чтобы было просто равномерно. Вот, а Боб хочет сдвинуть куда угодно. Вот. Да, теорема такая, что Боб точно сможет сдвинуть на 1 делить на число раундов. В какую-то сторону он сможет сдвинуть. Они типа должны оба признать, и чем должно закончиться их общение? Значит, должно закончиться следующее. Должен быть протокол общения. И уже какой-то детерминированный алгоритм по этому протоколу определяет, чему равен, ну, как, какую монетку они выкинут. Вот, так, ну я, наверное, только первое расскажу. Да, значит, первую постановку. Да, это называется, наверное, там, орлянка по телефону. По-английски есть такое немножко странное выражение. Coin tossing into the well. То есть бросание монеты в колодец. Колодец. Да.
Да, идея такая, как я понимаю эту метафору, да, что вот мы кинули монетку в колодец, да, если прозрачная вода в колодце, то потом мы как бы можем там посветить фонарик и увидеть, как она выпала, да, но уже не сможем поменять никак. Вот так. Ну хорошо, да, значит вот. Значит, орлянка по телефону. Так, значит, смотрите, тут у нас будет три алгоритма. Значит, во-первых, интерактивные алгоритмы. Интерактивные алгоритмы А и Б, значит, Алиса и Боб. Да, ну и как всегда, вероятность. Да, интерактивная, полинейная вероятность алгоритма. И еще детерминированный полинейный алгоритм J, это слово judge, да, значит, который, соответственно, говорит, кто выиграл. Соответственно, А и Б как-то общаются, значит, поменяют число раундов. Значит, А и Б общаются, поменяют число раундов. Вот, ну и, значит, возникает некоторый протокол общения. Никаких ход у них нету, да, у них только случайные биты есть. Да, значит, никаких ходов у них нету. Вот, ну и, соответственно, вот возникает, ну, можно это просто... Ну, можно, ну не знаю, скажем, B слово протокол, значит, B, значит, A и B, значит, это нам последовательность всех сообщений. Значит, последовательность всех сообщений. Значит, вроде вот этого вообще. Хорошо. Значит, соответственно, судья, значит, получает протокол общения. Вот. Ну и дальше считать, что он может выдавать 4 сообщения. Значит, 0, 1, ошибка Алисы и ошибка Бухова. Да, то есть судья говорит, что либо обе стороны действовали по правилам, да, значит, результат 0. Да, значит, либо то же самое взлет один, либо, скажем, Алиса первая нарушила правила, да, значит, либо Бог первый нарушил правила. Вот. В принципе, можно, да, значит, можно объединить, да, скажем, ну, если мы считаем, что 0 это выиграла Алиса, да, значит, один выиграл Бог. Можно отменить ошибку Боба, автоматически превращать в победу Алисы, да, значит, и ошибку Алисы автоматически превращать в победу Боба, но в принципе можно и разграничить эти варианты. Так, хорошо. Так, теперь какие у нас будут требования? Значит, требования такие, что если значит,
значит, если оба действуют по-честному, то тогда будет 1/2, 1/2. Вот, соответственно, если кто-то действует нечестно, то он не может сдвинуть существенную величину вероятность свою пользу. Сейчас, а мы всегда рассматриваем в данной ситуации, очевидно, оба алгоритма могут жулить, да? Оба человека могут жулить. Значит, если они оба жулят, то мы, опять же, не рассматриваем ситуацию, да? То есть, если оба жульничают, то что выходит, нас не зависит. То есть, как бы мы говорим, что вот если ты честный человек, тебе есть гарантия от жульничества. Да. Если ты сам читеришь, и другой человек читерит, то что угодно. То, что угодно. Так, ну, значит, требования. Значит, первое. Если все действуют честно, значит, вероятность того, что судья получит протокол, скажет, ноль, значит, равняется того, что судья получит протокол, скажет, один. Равняется одной стороне. Точности? Ну, правильный вопрос. Ну, на самом деле, наверное, нужно тоже разрешить. То есть, и это на самом деле зависит от того, значит, то, что я буду рассказывать, это зависит от того, какая была корректность протокольной привязки. Значит, если там была вероятность, что привязка не получилась, то тогда, соответственно, и здесь нужно эту самую вероятность оставить. Вот. Если там мы избавились от этого, да, и там привязка всегда получалась, да, то и здесь можно достичь того, что всегда получилось. Или 1/2 минус эпсилон для пренебрежимого малого эпсилона. Так, второе. Значит, второе и третье будут симметричные относительно Алисы оба. Значит, давайте интерес Алисы напишем. Заключается в том, что для любого b со звездочкой, значит, любого b со звездочкой, значит, вероятность того, что судья получит протокол вообще нечестной Алисы, нечестного Боба, вот, и выдаст либо 0, либо ошибку Боба. Да, значит, вот это вот касается вероятность. Вот, ну, она больше либо она, чем 1/2 минус. Да, то есть Боб, ну, Боб может намеренно ее увеличить, да, вообще, намеренно ошибиться, да, вероятность вообще единица станет. Вот, но чтобы он не мог ее уменьшить существенно от одной стороны. Ну и, соответственно, третья симметричная. Значит, интересы Боба. Значит, тут наоборот, значит, любого А со звездочкой. Вероятность того, что судья получит протокол вообще нечестной Алисы, а со звездочкой, да, если честного Боба. И он, соответственно, выдал эту единицу, либо ошибку Алисы. Значит, вот это тоже будет. Хотя бы 1/2 минус.
вот. Алиса не хочет, чтобы протокол на нее выдавал ошибку Алисы с меньшей эпсилон? Можно это добавить. Потому что будет странно, если в половине случаев он говорит, что Бог победил, а в половине, что, кто-то ошиб, что Алиса ошиблась. Нет, подождите. Здесь Алиса нечестная, она ничего не хочет. Ну вот, во втором. Вот. А, нет, тогда... Слышь, что будет странно, если в половине случаев протокол говорит, что Алиса победила, да, в половине, что она ошиблась. Нет, что... Сейчас. Что, нет, значит, в половине... Ноль это что? Ноль это победа Алисы. Ага. Можно это, но это скорее для красоты такие требования, да, что... То есть, ну, у нас может быть ситуация, что в половине случаев Бог ошибся, а в половине случаев он победил, вот так. Да? Такое может быть в текущей ситуации. Что довольно странно. А можно ли сказать, что Алиса и Бог как бы играют в камень-ножницы-бумага? Или с двумя вариантами? Что-то похожее. И типа... Нет, ну, конечно, можно расширять. Ну да, вот. И тогда как бы все протоколы игры будут распределены, ну, равномерно. Потому что если кто-то как бы отклоняется, то другой его замочит. Не, подождите. А, в смысле, я понял, вы хотите совсем что-то другое сделать? Проблема в том, что здесь общение последовательно. Если в камень-ножницы бумага играть последовательно, да, то выигрывает второй. Нет, ну, кстати, с привязкой это можно играть как будто бы одновременно. Ну, мы оба, ну, привязали, это да. Мы оба привязали свой ход, а потом открыли. Да, нет, конечно. Собственно, привязка здесь и используется. Но тогда не нужна камень-ножницы бумага, достаточно обрядки, чтобы один и второй. Вообще, по ощущениям, более естественное требование — это что вероятность, что интерес Алисы, что вероятность ее выигрыша не больше, чем на эпсилон, меньше, чем вероятность выигрыша Бога. С произвольной вероятностью ошибки. Но это уж смотри, как интерпретируются ошибки. Все-таки если ошибка одного интерпретируется как победа другого, да, то... Ну да, понимаешь. Как привязку использовать, что-то такое генерировать. Ну, значит, самое простое будет следующее. Так. Значит, первое. Значит, Алиса выбирает случайный бит А и к нему привязывается. Алиса. Соответственно, тут либо неинтерактивный, значит, интерактивный протокол запускается. Так, значит, случайный бит А. Значит, в результате у Боба остается привязка С от А. Значит, у Алисы остается ключ К от А. Значит, потом Боб выбирает случайный бит Б. И вот здесь он, в принципе, может прямым текстом послать. Прямым текстом. Вот, потом, соответственно, на третьем этапе Алиса посылает ключ. А, и все, на этом все заканчивается. Вот. Ну и дальше, соответственно, вот этот судья. Значит, судья получает привязку. Значит, дальше считаю, что здесь привязка — это целиком сообщение. Значит, привязка бит Б, значит, и ключ К. Значит, соответственно, и он запускает вот предыдущий алгоритм Т. Да, раскрытие привязки.
Значит, соответственно, правильный результат будет, что мы раскрыли бит А и просто поксовали. Значит, back sort tr set hard. Значит, если, ну, если будем взять, значит, если tr set hard, ну и B это тоже. Значит, если Боб отказался посылать бит, ну, можно там по умолчанию какой-то бит, но можно сказать, что он ошибся. Значит, ошибка Боба, если B это не бит, а что-то еще. Значит, ну и дальше, соответственно, ошибка Алисы. Значит, Алиса вроде сендера выступает. Значит, ошибка Алисы, если раскрытие привязки выдало ошибку сендера. Значит, и ошибка Боба. Значит, если, соответственно, раскрытие привязки выдало ошибку ресивера. Так, все, вроде все варианты рассмотрели. Так, ну дальше смотрите, да, значит, первый пункт. Да, значит, первый пункт, когда все честные. Значит, если все честные, да, то t от ck должно получиться равным a. Ну, соответственно, если раскрытие со 100% вероятностью, то тогда и a xor b, значит, тоже распределено равномерно по честному. Да? Если раскрытие связано меньше, чем 100%, ну, то тогда та же самая, ну, то мы можем вот сюда свалиться, вот, 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 да, если, то есть либо сюда свалиться, либо там будет неправильное раскрытие, да, значит, и это чуть-чуть изменит распределение вот здесь вот. Вот. Но, в общем, в любом случае это все будет пренебрежимо малым, да, значит, и все изменения здесь тоже будут пренебрежимо малым. Так, что, согласны? Так, хорошо. Ну, теперь что может сделать Алиса? Значит, Алиса может как-то жульничать в ходе генерации привязки и потом еще жульничать в ходе отправления ключа. Вот. Но дело в том, что чтобы выиграть, если Боб действует честно, значит, то он не должен, значит, не должна быть ошибка с его стороны. Вот. Соответственно, чтобы Алисе выиграть, значит, ей нужно сделать так, чтобы A равнялось B. Вот. Но дальше из-за свойства неподменяемости, да, значит, как бы она не действовала на этом этапе, да, значит, она только если на самом деле, ну, то есть смотрите, да, значит, как вообще может Алиса действовать на первом этапе? В принципе, она может настолько плохо действовать, да, что вообще никакой ключ не подойдет. Но тогда это автоматически в ее ошибку превратится. Вот, типичная ситуация, да, что она все-таки привязывается к какому-то значению. И тогда, если уж B с ним не совпало, да, то она не сможет раскрыться так, чтобы было другое значение A. И, соответственно, в этом случае как раз будет там 1/2, 1/2. Вот. И еще один случай, да, что можно раскрыться двумя способами. Значит, тогда, конечно, Алиса узнает B и выберет, какой ключ ей послать. Но вероятность того, что такие ключи вообще есть, да, значит, для обоих вариантов, да, значит, вот такая вероятность пренебрежимо мала. Ну и, соответственно, вероятность того, что Алиса выиграет за счет такого жульничества, тоже пренебрежимо мала. Вот так. Ну, вроде понятно. То есть выиграть, значит, выиграть Алиса может только если она пришлет корректный ключ, и он при этом откроет именно значение равное b.
средствию 1/2 B совпала с A, и тогда она по-честному представляет. Вот. Но, соответственно, еще 1/2 B не совпала с A. И тогда с очень маленькой вероятностью вы сможете доказывать. Так, ну и интересы Боба. Значит, интересы Боба, соответственно, Боб выиграет, если оказалось, что B не равно A. Вот. Но из-за того, что значит, если Алиса действует честно, ой, наоборот, подождите, предыдущий будет интерес Алисы, да, что если Алиса жульничает, то она смогла склонить к себе, да, теперь Боб жульничает, да, это интерес Алисы. Нет, правда. Сейчас что? Нет. А, интерес Алисы, когда Боб. Интерес Алисы, да, чтобы жульничающий Боб не смог на себя склонить. Угу. Вот, соответственно, жульничающий Боб хочет, да, как бы не попасть, да, хочет выбрать B не равное A. Вот. Ну, как он это может сделать? Ну, а если он сможет разглядеть, да, значит, через непрозрачную шкатулку, какой там бит у Алисы, тогда он сможет подменить. Ну, не подменить, а выбрать в этом бит-носителе. Вот. Но проблема в том, да, что любой алгоритм Боба, значит, определение вот этого B, это будет, значит, можно воспринимать как некий отличитель. Вот. Соответственно, если он с какой-то вероятностью выдает бит 0, да, для равного единице, то почти с такой же вероятностью он выдает бит 0 для равного нулю. Но вот это и означает, что в свою сторону, значит, в свою сторону склонить он сможет на пренебрежимо малую величину. Только если не получилось глядеть, да, значит, а поскольку там неотличимо, то это, скорее всего, не получится. Единственное, что тут получается, что если Боб угадывает бит, то он проигрывает. А в Орлянке... Ну, ему нужно угадать и сделать наоборот, конечно. Ну, а типа в Орлянке наоборот. Ой, ну какая разница. Ну, сделайте здесь еще 41 наоборот. А можно еще раз? А можно правила Орлянки? Можно еще раз? Монету подкидываешь и рукой накрываешь. Надо угадать. Так, человек еще вопрос. Можно еще раз проявиться, почему она не может отправить А равное B? Потому что она привязывается к А еще до того, как узнает B. А. Значит. То есть она может выбрать А равное B, только если у нее в запасе есть два ключа, и для нуля или единицы, а вероятность такого будет мало. Так. Хотел сказать, в какой ситуации в жизни нам пригождается генерировать случайные биты так, чтобы две стороны были уверены, что вот похожая игра. Нет, так написано же на доске. Если ты захочешь поиграть с кем-то, валя. Нет, ну кажется, в абсолютно любом алгоритме, где хочется что-то там... Победитель викторины по телефону и так далее. Конкурсы в телеграм-каналах. Не, ну конечно, да, любая такая викторина, или казино, да, через интернет, да, если либо там есть некоторые внешние поставщики случайности, которым вы доверяете, вот, либо нужно использовать вот что-то такое. А в казино реально что-то такое используется? В казино им не выгодно такое использовать. Не, ну что значит не выгодно? Им выгодно, чтобы к ним приходили. А для этого нужно, чтобы люди были уверены, что там по-честному. Вероятно. Да? То есть, нет, понятно, что казино в любом случае выиграет в среднем, иначе у него нет стимулов вообще заниматься этим бизнесом. Да? То есть, зачем себя транзировать в рулетке, да, чтобы за счет него как-то казино и существует. Вот, да, но, конечно, все-таки значит, нужно, чтобы, если есть конкуренция между разными казино, да, то нужно, чтобы, в общем, чтобы клиенты были уверены в среднем, что казино честное. Вот. Но реально ли это используется, я не знаю. Да, значит, это поскольку во многих местах не мегабит бизнес, то я не очень знаю. Хорошо. Спросим по сторонам.
Вот, так. Но, значит, даже более важно, что это может, да, значит, это может фигурировать как составная часть какого-то большого алгоритма, да, значит, большой системы, да, что ну, вполне можно представить взаимодействие, да, значит, каких-то агентов, которые друг другу не доверяют, и это распределенная система, да, то есть там нет центрального агента, да, значит, они как-то друг с другом взаимодействуют. Это какой-то большой протокол, в котором, да, значит, как составляющая часть нужно выбрать случайное число. Вот. Соответственно, если оно не случайное, да, то там кто-то из них может как-то жужжить. Вот. Соответственно, в их интересах, да, чтобы это число не было случайно, это честно. Ну и тогда можно много раз вот эту, вот, эту процедуру запускать. Сейчас тут немножко странная ситуация, что у нас набудут типа всего 4 варианта для А и Б. Да. В смысле 4? Сейчас. Чтобы только один вид генерировал, в смысле, да? Не, ну это понятно, да, это кирпичик. Дальше за эти кирпичик он что-то более сложное делать. А К это как раз вот этот вот, К от А это как раз вот этот вот вероятностный финальный вычислимый алгоритм, который по биту генерирует, собственно, ключ, да? Не-не-не, ключ генерирует хоть общение с Богом. То есть, не, можно, конечно, рассмотреть не интерактивный вариант, да, значит, тогда Алиса просто генерирует сама и включит привязку, отправляет Богу привязку. Вот, но более общий вариант, когда они совместные, и привязку, и ключ. Сейчас, Алиса отправляет CTA. Нет, они запускают алгоритм привязки, протокол привязки интерактивный, который мы изучали на первой половине. То есть, если это полностью расписывать, с тем протоколом, который был, да, то означает, что Боб генерирует случайное слово для триен, да, поэтому Алисе. Дальше Алиса, соответственно, okay, да. Выбирает ключ, от него генератор там, и так далее. Да, понял. Так. Ну ладно. Так, хорошо. Значит, вот про этот сложный результат я, наверное, пару слов только скажу. Да, значит, смотрите, что тут можно сказать. Значит, во-первых, если бы тут не вычислительные ограничения, то выиграл бы все-таки Бог вот в этом протоколе. Да, значит, без вычислительных ограничений он смог бы раскрыть привязку, да, значит, и, соответственно, выводы бы не равны. Вот. Во-вторых, значит, если Бог хочет отклонить от одной стороны, неважно в какую сторону, то у него есть очень простой вариант вообще никого бы не посылать, да, или даже в самом начале отказаться от выполнения алгоритма. Да, значит, в этом случае, да, судья сказал бы, что он ошибся, вот, и, соответственно, Алиса бы выиграл C1. Да, то есть, если Богу все равно в какую сторону отклонять, да, то в этом протоколе он легко отклонит от одной стороны. Ну, понятно, да, то есть нужна обстановка, чтобы было не 4 варианта, да, а 2 варианта, 0 и 1. Вот. И тогда, если ошибку Бога мы переводим в 0, то, соответственно, Бог может легко сделать, чтобы вероятность нуля была 1. Вот. И оказывается, что от этого
более-менее никуда не деться. Значит, а именно всегда можно рассмотреть. Всегда можно рассмотреть поведение такой конкретной, конкретное жульничество Боба, ну или даже не жульничество, а просто отклонение от протокола, да, что до какого-то раунда делать все как надо, а потом просто перестать отвечать на вопросы, да, писать пустые сообщения. Вот. Значит, ну и оказывается, что среди вот такого рода стратегии уже можно найти одну, которая отклонит от 1-2 хотя бы на 1-1 число раундов. Вот, то есть... Честно говоря, не очень понятно, в чем плохость изначального варианта просто ничего никогда не посылать и получить тождественный линус на или, или мы хотим по-любому еще и судье, вантер по судье поставить, да? Нет, это плохо, потому что... Нет, по судению нет квантера, судья конструктивно обновить. Вот. Но это плохо, если у нас например, Алиса ходит первой. Да. Да, значит, если Алиса ходит первой, и она сама уже посылает случайный бит, если Бог в этот момент падает, то именно случайный бит не возвращает. Сейчас, а какой судья? А, в этом смысле квантер по судье. Я понял. Это да-да-да, это правильно, что для любого, да, значит, для любого судьи, да, для любого полинального алгоритма судьи, который выдает либо 0, либо 1, существует алгоритм Боба, тоже полиномиальный, или, нет, наверное, там либо Боба, либо Алиса, да, то есть у одной из сторон всегда есть способ отклониться от одной второй. А, то есть может быть судья, который типа игнорирует одного из участников? Да. Ну, что-нибудь такое, да. Если, если судья игнорирует одного из участников, да, то у того участника нет варианта отклонить, если вот, но зато у другого есть. То есть мы говорим, что для любого протокола, для любого судьи для любого... существует участник, который умеет отклонять оценку. Да, существует, да, существует участник, который умеет отклонять вероятность от одной и второй. Сейчас. И... эта стратегия выглядит ровно так, как вы описали. Ну, до какого-то... Да, эта стратегия до какого-то момента действует по протоколу, а потом упасть. Вот так. Ну ладно. Сейчас, я думаю, что мы где-то на это тратить время не будем, да, это где-то полпара, надо разбираться, что там конкретно. Но там не то, чтобы есть какая-то глубокая идея, а просто аккуратный анализ. Да, это что-то типа... гибридного метода, да, что типа... Такой существенный шаг. Тип того, да, что в самый последний момент уже полностью определено, какой будет ответ. Да, значит, самый первый момент он еще случайный, если, если все действуют. Вот. И, соответственно, все вот эти действия, они как-то склоняют, да, текущую вероятность склоняют к детерминированной. Вот. Ну и должен быть какой-то момент, где это как бы существенное склонение, да, значит, вот в этот момент мы упадем. Вот, такая идея, значит, ну, а выклад лишь там, ну, аккуратно рассмотрим все разности, там, так, так. Так, ну, ладно, значит, давайте еще немножко я поговорю про то, зачем нужны привязки. И это, на самом деле, то, что мы на доп. Главах немножко обсуждали, если кто помнит. Да, значит, а именно там было такое вычислительно-нулевое разглашение. Вычислительно-нулевое разглашение. Да, значит, ну вот, например, ну давайте я приведу пример для... Я все определения даю в следующий раз. Значит, посмотрим на задачу при раскраске. Значит, зачем это вообще нужно в криптографии? Ну, значит, затем, что на базе нулевого разглашения можно построить систему идентификации. Да, да, есть там клиент, есть сервер, да, у клиента есть логин и пароль. Вот, соответственно, что хочет сервер? Да, значит,
сервер хочет, чтобы честный клиент получил доступ, да, значит, а нечестный не получил. Да, скажем, тот, кто знает пароль, что получил доступ, да, тот, кто не знает пароль, что не получал. Вот. И это же, собственно, интерес клиента. Вот. Но что еще нужно? Нужно, чтобы жулик, который пытается пройти идентификацию, не мог, да, значит, не мог получить существующую информацию о пароле. Дальше такое. Вот. А есть еще атака, которая называется фишинг. Знаете такое? Крючок. Фишинг, он пишется как P-H-ишинг, да, то есть это портмонто называется, смесь слова фишинг, как рыбалка, да, значит, и паспорт, там как бы первая буква P от пароля, да, значит, она попала в это слово. Вот, значит, вот этот, ну, фишинг вот так пишется в этом значении. Хорошо. Вот. Значит, что это такое? Это когда жулик делает свой сервер, который притворяется настоящим. И, соответственно, жертва, ну, там, не знаю, какое-нибудь письмо, типа, срочно залогитесь на нашем сайте, а то вы потеряете доступ к своему аккаунту. Вот, значит, соответственно, жертва паникует, кликает на ссылку, а там по этой ссылке, например, сайт с каким-то похожим адресом, да, и похожей формой, да, и даже той же самой формой. Вот, и, соответственно, жертва не видит подмену, да, вводит туда логин-пароль, ну и дальше эти жулики радостно с этим логином-паролем идут на настоящий сайт, да, и там уже делают свои нехорошие вещи. Вот, значит, соответственно, как от этого защититься? Вот. Ну, во-первых, нужно знать о такой атаке, да, значит, внимательно смотреть, куда кликаете, да, значит, кто вам пишет. Да, значит, подозрительные ссылки даже не открывать на всякий случай. Да. Редко бывает, что вы прям открыли ссылку, и это уже к чему-то плохому привело, хотя и так бывает. Вот. Чаще бывает, что вы открыли ссылку, вы думаете, что вы туда попали, да, и дальше делаете. Вот. Но как от такого защититься на уровне архитектуры? Ну, как раз нулевое разглашение. Значит, нулевое разглашение дает ответ на этот вопрос. Значит, ну давайте я с этой три раскраской, значит, опишу систему как раз идентификации. Значит, смотрите, предположим, что логин связан с некоторым графом, который раскрашивается в три цвета. А пароль — это сама раскраска. Значит, ну, три раскраска, значит, это известная сложная задача. Вот, то есть, в принципе, даже если связь логина с графом кто-то украдет, то это еще не позволит. Да, то есть тут как бы первая атака. Значит, первая атака, что жулик приходит на сайт и говорит, я такой-то. И ему говорят, а вот раскрасить такой-то граф. Вот. Он не может раскрасить, потому что это МП-полная задача, да, значит, и уходит. Вот. Но, значит, второй этап атаки. Теперь этот жулик посылает жертве вот это самое письмо фишинговое, да, что, мол, срочно залогитесь на этом сайте. И он уже знает, какой граф ему нужно предложить. Да, значит, соответственно, в этот момент, да, как бы жертва видит, что граф ее. Значит, граф ее. Вот. Но, значит, дальше. Дальше вопрос, как именно устроено раскрашивание. Да, значит, конечно, если жертва прямо напрямую раскрашивает, да, то жулик с этой раскраской потом пойдет на честный сайт, да, и там выйдется. Вот. Значит, а как устроено, значит, как устроен логин, который не позволит украсть информацию? Если мы красим половину графа, а сервер нам посылает этот граф. Ну нет, так можно узнать рассказ половины графа, да, значит, это уже. Нет, это если мы узнали раскрашивание.
Ну, в общем, вот пусть есть там какой-то граф. У нас может быть граф из двух компонентов связанности, одну красим мы, и если мы покрасили корректно, нам сервер присылает этот сразу по второй. Ну, у сервера не пришел, он узнает до самой раскраски половины. Нет, это уже разглашение информации. Да, вот. Значит, смотрите, как устроено какая-то разглашение. Значит, во-первых, раскраска не идет одна. Раскраски идут шестерками. Да, что если есть раскраска в три цвета, да, то есть еще шесть перестановок. Ну, еще пять других перестановок. Mm-hmm. Да, всего есть шесть перестановок 1, 2, 3. Вот. Соответственно, значит, что делает клиент? Да, значит, клиент выбирает одну из шести перестановок раскраски, которую он знает. Вот. И генерирует привязки к цветам всех вершков. Генерирует привязки к цветам всех вершков. И посылает эти привязки в сервер. Что просит сервер? Сервер выбирает одно ведро. Значит, сервер выбирает одно случайное ведро и просит прислать ключи. Просит ключи от цветов его вершин. Ну, соответственно, принимает, если ключи подошли, и цвета разные. Вот. Но реально он это все повторяет много раз. Да, значит, повторить нужно много раз, типа, скажем, число рядов в квадрате. Раз. Вот. Это почему это не очень практично. Так, в квадрате раз. Вместе с каждый раз, ну, в смысле, у нас каждый раз заново. Каждый раз заново выбирается случайная перестановка, да, значит, заново привязки. Вот, значит, тогда, смотрите, что получается. Во-первых, если раскраска честная, то все проверки пройдут. Вот, если клиент не знает раскраски, значит, почему он не смог залогиниться, сам Жорик? Что он не знает раскраски. Значит, если он смог придумать раскраску, где как бы все ребра правильные, да, то значит, он решил задачу, дальше он выполнил задачу. Мы считаем, что он так не сможет. Это означает, что, все, что в том, что он пришлет, будет какая-то ошибка. Либо там привязка вообще не к тому. Ну, типичная ситуация, что все-таки все привязки правильные, но в раскраске хотя бы одно одноцветное ведро есть. Или вершины 4 цветов. Да, или цвет неправильный, да. Вот. Значит, тогда, соответственно, сервер 101 на 4 ребер, сервер пойдет ровно в то ребро, которое одноцветное. Вот. И, соответственно, эта проверка не пройдет. Да, то есть каждый раз есть вероятность одна энта и не пройти проверку. Ну и как нас учат замечательный предел, если мы это квадрат раз повторяем, да, у нас каждый раз проверка 1 минус 1 mt максимум, вероятность 1 минус 1 mt квадрат раз, значит, это специально маленькая вероятность, мы все разы пройдем. Вот. А что теперь с точки зрения сервера? Да? Значит, вот пусть у нас Журик теперь в роли фальшивого сервера. Значит, а что он, собственно, видит? Да? Из привязок он ничего не сможет увидеть. Вот. А когда он открывает одно ребро, то он за счет вот этой перестановки исходной случайно. Значит, он просто видит, что здесь разные цвета, но они равновероятно распределены среди всех шести вариантов разноцветных ребер.
Вот. Мы можем только доказать, да, значит, сложная часть. Нужно доказать, что от того, что мы это много раз повторяем, да, значит, все равно ничего не поменяется. Да, то есть на одном раунде, значит, на одном раунде более-менее ясно, почему всех ничего не узнал, значит, потому что из привязок он ничего не может узнать, а из того, что он открыл, он видит просто два разных цвета, равно вероятность среди шести по разным цветам. А это не правда, что мы видим просто, ну, случай, независимые случаи немножечко? У нас привязки зависимо генерируются. Мы можем сравнить привязки одинаковые. Нет, привязки должны быть независимы. В смысле? У нас же... Да. Нет, ну, в общем, тут действительно интуитивно даже не очень ясно, в чем вопрос. Но реально это не очень простая теорема, да, что если за один раз никакого раскрытия не произошло. Нет, потому что, смотрите, у нас как бы есть там маленькая вероятность эпсилон, да, что что-то он подглядит все-таки. Да, у нас же они не абсолютно непрозрачные, да, а чуть действительно непрозрачные. И нужно доказать, что вот, вот эти как бы маленькие эпсилоны не могут сложиться, да, что, грубо говоря, там они обязательно складываются, они как-то усиливают друг друга. Да, что как бы не, то, что он там чуть-чуть подсмотрел на одном раунде, не позволит ему в два раза больше посмотреть на следующем раунде, а там еще в два раза больше на еще следующем раунде, да, и так далее. Да, вот если бы такое было, да, тогда бы это все сломалось. Вот. Нужно, грубо говоря, что все эти, значит, все эти утечки информации, что они сложатся, они вот так не будут вот так усиливать друг друга. Так, ну ладно, нужно заканчивать уже, это непременно идет. Спасибо за внимание.